свиты, по-моему. У тебя что-то там было. Спека себе танка будешь вторую вальку все равно. Блять, ну у тебя танк, конечно, пиздец. Ладно, сферки половишь, что ли? Блять, тебя валька, чтоб не пробил. Короче, с мурфеткой с левой стороны ловишь сферки от рейда. Суета с правой. Бой со мной босса. На пул на воида максимально давайте. Мне не надо, и со мной будет. Войд, возьмешь светлую, будешь там с темной. Рыба стоит хавать, кто не понял. Блять, тринкет еще не нажал. Че на полма? Стоим в одном фрейме в печеньку и кресло вам специально поставил. Абориген. Красава. Все, отчет дым. 5, 4, 3, 2, 1. Эх. Военно, блядь. Яру дали? Звезде играем. Святой смуфетку прохил. Трипл, нажми раскол быстрее. Блять, трипл. Сальву ебаните по триплу. Сальву по триплу. Это быстрее. Блять. Ловите сферки, залетает в рейд очень много. Светлую все взяли, по рамбу поехали быстрее. Темный ловите. Дай войс икру. Прохил рейд, подняли по хп. Я вот две сокру дали, блядь. Блять. Смурфетку у тебя шива есть? Жал. Переходим. Бориген, спритворись. Сбиваем щит. Блять, дайте на полную войду. Смотри. Там он не догонит. Готовьтесь, скоро будете светлые ловить. Мне надо 5 минут успеть. Это точно. Подожди, не вовремя. Это очень. Да подожди, блядь, лишь я занят. Блядь, темную сущность взяли быстрее все, поехали по звезде. Дал избаун. Ловите светлые. Блядь, вы пиздец проебываете сферы нахуй. Просто, блядь, вообще не ловите шарики, от слова совсем. Щит пробивайте, максимум ДПС дайте. Без ХБ бейте локи, пожалуйста. Ёб твою мать. Да вы вообще сферы ловите нахуй? Да вы ловите сферы, блядь, нас два человека.
Ну, почему у меня два человека нормально ловят? Хочешь, я сейчас стану, у меня с моей стороны, блядь, и по центру ни одна не залетит, на. А ты потанчишь босса, нахуй. В чем проблема, ебать? Давай потанчу босса. Давай, хорошо. Всегда, блядь, стояло 3-4 человека, сейчас поставили 2, блядь, и на нас гонят, окей. Блядь! В первом рейде у меня 2 человека все время ловят, нахуй. С самого начала, как только ИВК, блядь, завезли, нахуй. Еще до нерфа, блядь. Я пропустил одну сферу, максимум 2. Вторую с переходом. Когда мы бегали, меняли сферу. 2 человека, нахуй. И ничего у нас не залетало в рейд, блядь. Когда нас шотнуло, там залетело 2 сразу. Слева сверху. Я только что недавно ставил. Мне надо переход. Thank you.
5, 4, 3, 2, 1. Выходите к вечеру. Мне босса сфера держать. Тут без разницы. Тебя что пить, что танк из пеки. Тебя не должно сложить. На темную там или светлую сущность просто нажимаешь зеленку и все. Не обязательно даже сверки менять. Я не понял. Подожди, это Смуров говорит. Мне все-таки... А, мне душа все-таки... нам. Я говорю, мне все-таки шутить? Босса держать или сверки ловить? Мне так говорю, в принципе, держи босса, ну в чем проблема? Я тебе сейчас просто покажу, что с моей стороны из центра не будет залетать нахуй. Ты же говоришь, что это невозможно. Я этого не говорю. Я говорю, что мы не справляемся. Два человека мало. Ну, а я тебе говорю, что два человека это достаточно. Вообще на плаба. Мелхант напуливаешь на смурфетку. Абориген напуливаешь на Вайтюри. Смотрите за агро, царевой сбрасывайте агро. Мне неудобно будет смотреть здесь. Я только озвучивать буду, когда сущность менять. Просто не побейте минут секунд 15, нахуй, и нормально будет. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Встали все в один фрейм печеньки. И стоим все время в одном фрейме. Печеньки либо отрез. Никто не выходит с него. Еще раз вообще на полумак. Масло обновились. Досай. Отчет дай. Подсчет плеть. 5, 4, 3, 2, 1. Не вливайтесь сразу. Особенно маги. И логи. И армс. У вас игра набор большой. На велиграм. Москва, кро. Темную воронку взяли. А, остаемся, бьем дальше. До силы, бро. Спейс. Абориген, притворись. Светлую воронку все взяли, по рамбу поехали. Темные сферки ловим. Да, и этот сокровый. Зигули на агро. Да не надо сует менять этот сущность, лови так, похуй. Переводи. Да, и пипал в сокру. Сбиваем щит.
Темную сущность взяли по звезде, поехали. Светлый сфер килоем. Трипл акро. Да, и сокру. Ой, и швей точнее. Звезду добивать. О, два раза сфера залетела с центра только. Можно в город слетать, Т4 одеть? Можно. Я отпекусь с тобой. Да. Если надо кому-то место с заменой на проходку, могу вступить. Да. На нуба. Все зачистить. Так, проходка что-то в любом случае весь рейд. Я перезайду, у меня кнопки некоторые не работают. Ориген на пулевой с правой стороны, Милхан с левой. Дайте сумон, плиз. Кто сверки может подбивать? Первую могу. ДД, все в ДД. А, потому что тебя притянуть надо. Нет. Вот фласка, это еда своя. Угу. Там этот шмот перепроверь весь, блядь. У друида спроси, может он покричал, нет, не знаю, где это слова. Пока с ДД фласками остаетесь, на второй фазе, когда будем начинать, пьете саппорт и скидываете с себя стамину и крик на ХП, кроме танков, соответственно. Что ты еще раз Войд говорил? Вот это сва сможет в мишку превратиться и покричать там на минус АП, но да. Кунка, у тебя блатная работа, короче, будет. Каждые 30 секунд бегаешь копателем, вот тут вот они в песеньке будут. Подходишь, рычишь на них.
Да, рычишь. Ну, 30 секунд, которые эта хуйня вешается, как там, не рычишь, точнее, удар грома нажимаешь, как ебаный. Деморализующий. А, какой деморализующий, блядь? Зелёный. Это, блядь, солнце. Другого. АП снимает. А удар, он просто скорость замедляет атаки. Деморализующий, блядь. Суета, короче, твоя задача, смотри. Как только мы пульнем босса, ты грипаешь печеньку сверху и заливаешь, и убиваешься из печеньки, понял? Потом дальше идешь бить босса. Это зависит все в нем. Красава. Пипала, твой первый боб будет. Когда в лужу заходить. Кто сверки позбивает? Есть, блядь, кто-нибудь там? Выкинуло нахуй. Не, ну в принципе я, блядь, с гриппом могу нахуй одну сбить, ебаный в рот, в танке нахуй. Ну так давай, одну ты в танке, потом я под это, под водой скину абориген. Бегаю. С кем-нибудь. Ну все залагало? Угу. Нет. Я аборигена выкинул. Да, не выкинул. Лагало пропустит. Очередь появилась. Не, надо, что кто-то, блядь, позбивал нормально. Полк, это на второй фазе делай, на первой не надо эту хуйню делать. С теми ударами, блядь, и прочую хуйню. На первой фазе похуй. Есть тут, блядь, вообще тут чайник, нихуя не понимает, что делать, ну, как бы, с бобами там и т.д. и т.п. нахуй. Трипл, твой СС будет по аборигену, Спейси, твой СС по Милханту, перед второй фазой. Батя, я тебе скажу, пока мысль, значит. Да-да-да, все правильно. Майкла. На первой закопке дает боб первый, пи попала. Хули пал, который. На второй боб дает white light. От шипов, соответственно, вы отходите. На второй закопке первый дает Юкай, второй Юката. Там у все залагалы, все на месте бегут? Нет. Я как же залагал. Дайте город. Да, смотри обязательно, чтоб в РНЖ находился всегда Войт, и ты ему город обновлял. Это тоже важно. Так, короче, блять. На второй фазе вот этот копатель, который с креста выходит, поставил метку крест. Мейклав. Шакл нужен будет по нему.
Смотри, Куран, у тебя там мисс может сработать. За шакли. Если что, ЕКАЙ фернешь его. На второй фазе вот этот копатель, который с креста будет выходить, тебе надо его зашаклить и обновлять шакл по нему. Если там миссанет, ЕКАЙ фиряешь его. Потом вторая пачка копателей, которая выходит, ЕКАЙ даешь репитанс по вот этому копателю, который выходит с креста. Это со второй пачки. Юката, твоя третья пачка, даешь сап, либо фиряешь, ну, похуй. Ну что там? Напоминаю, лужа, которая в печеньке, никто в нее не заходит, она неприкосновенная. Давайте вообще. На ФК и на, блядь, на баф, нахуй, на все, блядь. Камни Локи поставьте. Возьмите все камни на вторую фазу. Холипал, лед ауру. Забери. Когда скажу, нажмешь ма. Дайте ему ауру на лед. Холипал. Угу. Яша тут. Бойчик, короче, блядь, пизду нахуй. Бойчик. На переходной фазе сбиваешь сферки. А вдали, да? Вдали, да, и спереди потом, вторую. Вот, короче, как оно сейчас стоит, вот где я бегаю, да? Вот эту вторую. Да? Да, 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 да. Ага. Окей. Все, все готовы. Таймер не забудь. А чё отдаю мне исподной стали? 5, 4, 3, 2, 1, пол. Спасли на пол. Я уже пробиваю. Да, это добавка. Стан. Ну ёб твою мать, ты стан не можешь дать нахуй или что, блядь? Всё подвисло, блядь. Он подвисает. Дерригл, дай БР Павелю. Встань сразу, как только откатится. Может кому-то подбежать, через 5 секунд там, наверное, не откатится. Стан, сразу вми. Копатель на пол, стан. Блять. Боже, нахуй, ну... Сука. Да, уляди пинг, я думаю. Пинг просто страшный. Боб не могу дать, я умер. Я вижу. По Москве ЙОЙОКАЙ твой боб первый дашь. Яша, даже БРП пипал. Еще мы две лужи там разбили. Боб. Копатели больше ЛЕ. И Скоробеев играем тоже. Беги, малышка, беги. Охуенно, блядь. С морфеткой выбежал. Только недалеко, чтобы до тебя бобом достанет. Ближе к войду, блядь. Хулипал, да. Войд, боб, с морфетки, боб. Это кто сейчас дал доп? Хулипал. Не, не я. Копатели добейте. Пука демеджим своим, пожалуйста. Скоробеев добиваем. Яша выбить. Скоробеев краем. Блять, почему на девианты 6 стаков нам? Боже. Еще один копатель закопался. Ебать вы. Да вы Скоробеев бить будете? Почему они до сих пор живые, нахуй? Алло, блять, почему у вас по 8 стаков? Вы что, совсем клоуны, нахуй, или что, блять? Заберите с меня копателя, блять. Веду тебя копателя. Уёбки, блять.
Забери таунтом еще раз. Вы еще так на вторую фазу переведете, блядь, мы выпнемся сразу, нахуй. По 7-8 стаков, блядь, у полрейда, нахуй, ебать. Стан. Купатели на ком. Бежали в центр. Йоката, твой первый бог. Копатели влились, максимум ДПС, смолфетки выбежи. Блин, у меня 13 секунд. Куда? Побегай, нажми шива, я не знаю. Нахуй. Майклав, зубы по смолфетке сейчас дашь. 4 секунды, 3. 2, нормально. Кидай. Ой, у меня зубы, блядь, повезло, нахуй. Не вешайте стаки от скоробеев, паладины на ретриках, старайтесь забирать на все скоробеев, потом баблом скинете стаки. Убедительная просьба, особенно с хилов, блядь. Кунка, рядом стой с Войдом. Войд, готовься Боб дать его. Выйди с лужи быстрее. Давай. Давай. Опа, Кунки. Боб. Ну, блядь, вы что, 4 Боба всрали или что, я не могу понять. Вы, я, блядь, я не понимаю, нахуй. Который второй был. Пипала не давал Боб. Сука, овощи, блядь. Он горит. Блять, если вы сейчас бопы нахуй не дадите, я вас нахуй вообще просто кикну, блять. Нахуй вы вообще нужны, блять, если вы кнопку нажать не можете, блять. Хуй пойми, какая неразбериха, блять. Ёбаный боб нажать не можете, нахуй вы вообще играете, блять. Я вам скажу, какой анонс был, блядь. На первой закопке, блядь, ты сказал, что ты дал боб, нахуй. Точнее, его оба сказал. Холипал дал боб, нахуй. Он, в итоге боб, это оказался он... Войд, нахуй. И да, я сказал, ты сказал, кто дал боб, я сказал, я дал боб. А этот дохлый лежал, пал, который холипал. Вот, соответственно. И какой вообще анонс, нахуй? Вы вообще наблюдаете, что происходит, типа, блядь? Вон мы пережили одну закопку с двумя бобами. Третий боб давал Юкайна. У кого боб остается, блядь? Типа, блядь, ну, я не знаю, нахуй. Какой тут вообще анонс, нахуй, должен быть, блядь? Скоробеев никто, блядь, не играет, нахуй, толком. У кого, блядь, будет минимальный ДПС по скоробеям, просто сразу кикну, нахуй. По 7-8 стаков, это пиздец просто, нахуй. У нас блок танк, который дает боб. Вы должны от шипов отходить. Чтоб он в РНЖ стоял, чтоб дали боб на. Стали вон сбоку, блядь, лужи, нахуй. Он напротив печеньки, блядь. И туда шипы не пойдут. Они пойдут правее печеньки. Отчет даю. 5, 4, 3, 2, 1, пул. Василий, на пул.
абориген завис, не могу ничего делать. Завис. Падайте. Падайте. Залупа ебаная, что-то с сервером стало, вообще хуйня какая-то. Людей слишком до хера. Типа онлайн большой? Ну, очереди. Да. Вся эта херня появилась, когда очереди появились. Настолько же. Ссылка открыли, и типа людей сюда много рвануло. Ну, соскучились, сука, по ссылкам. Че, закрываем ссылка? Это... Вопрос на засыпку. После нуля по серверу кто желает 10 обычку, типа до упора на фул пойти? Там все равно дискоин не будет. Я уже играл ночью, а дискоин тоже. Ты меня отговорить хочешь? Да. Полуночников нет, короче. Там гиперка написала, блять, и я падаю вообще, вылечу. Забыл сказать, не шилдуй, пожалуйста, Вольда еще. Я дал ему тоже. Для тех, кто не понял, блядь, одна лужа разбивается сзади, блин, в воде, вторая лужа разбивается где-то в центре. Вон, печенька крест ориентирует. В эти лужи вы заходите. Клуба вдали пореют. А ведь что у тебя? Меня все сейчас этот отлагает. Блять, я даже умудрился поесть, благо, все. Заебись. Че на полома? Че отдаем? На исходной стали. А может? 3, 2, 1, пол. Блять. Я с таймером немножко проебался. А где крики ему там что-нибудь? Пасли на пол. Стан. Москва, скажи мне, пожалуйста, зачем ты перепот на броню пьешь? На пул копателя. Стан.
центр отбежали, все быстрее. РДД уже покопать или мы уезжать. Мейклав побежала. Пипала твой первый бок. От шипов отойдите. Скоробеев копательным подводите. Максимально уе покопательным. Бочек, не спеши сферу сбивай. Второй, суета выбежал. На лузу. Недалеко не уходи. Отойдите с правой стороны. По суете боб. Боб, 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 боб. Войд. Войд. Угу. Скоробеев играем, максимально заливаем скоробеев. Заходи. Скоробеев играем. Якат отбежал. Отойдите от шипов. Скоробеев бьем. Босса забрал. Копатели на пул. Стан. Попасть на пол. Стан. Редзики сейчас максимально забираете на себя скоробей. Того, как боб раздаете. Чтоб и баблом потом скинете стать. В центр отбежались. Йокай, ты первый сейчас боб даешь. Йоката второй. Опять Майкла. Копателем играем максимально уе. Сай выбежал. Дал лужу. Кунка, кунка. Кунка вышел. Яката твой боб. Сверка вон там центр. Боб. Угу. Скоробеев играем максимально. Один. Скоробеев залили. Паладин забирать на себя максимально скоробеев. Играем по скоробеев, добиваем скоробеев, только потом босса. Все скоробеев добили быстрее. Еще один идет. Я заберу на себя. Уешьте в мини-зону. Копатели на пол. А, ну ты потом улетите. Босс умел. Готовься. Стан. Дамажно, успеваем привести, нормально. Саппорт и пейте, СС раздали по хантам, кому говорил. Дальше по откату давай стан. Нормально, посмотрим. Переводим, саппорты выпили, все, стамину себе сняли, хпшку тоже себе сняли. Геру дали фулл ДПС. Под босса стали все, один прям. Хантов держите, прохиливаются. Копатели на пол. Шакл. Абориген, твой копатель идет. Эма на лед, нажми холипал. Эма на лед. Бабл с экра. Отдай ауроль, да, ювека забери лед. Нажимай эма на лед, ювека. Ювека ты забери ауру на лед. Ювека ты нажимай эма на лед. Блять, ну забирайте быстрее, в чем проблема? Гимн на хп, Мейклав.
Копатели сейчас будут, готовимся. Йокай, твой ксап. Саб, блять, верните копатели, которые под... Угу. Огурцы жрите, хан, вставай. Хан, вставай, на тебе было СС. Он уже второй. Или не дали. Блять, Дерегел, дай БР по ханту быстрее. Их ханта сразу прохил. Прожимки свои жмите. Йоката, дайте, блять, мана лед быстрее. Жмите огурцы на ком дебаф, у кого мало хп. Копатели ферните, который этот. Йоката, твой следующий с креста, который копатель, ты его феряешь, либо сапаешь. Свои прожимки жмите. Прохил, прохил, прохил. Копатели, копатели на пол, быстрее. Абориген с двух сторон. Ферните копатели, ферните копатели, дайте стан. Гнев небес нажмите, паладины. Стан ебаните, играйте по боссу, пожалуйста. Да не хильте, уже 300к осталось. Ты, кстати, это, когда первые станы были, прям говорил секунду в секунду на 30, я там на 28,5 где-то секунд ждал. Но потом уже... Ну, блять, я... Да у меня я с таймером проебался немножко. Я вовремя дал. Рецепты ролить можно? Да. Да, рецепты можете ролить. Сферы, трофеи, все как обычно. От остального отказывайтесь. Кистеру, критха, ткань. Резните, пожалуйста. Как, блять, хант умер, нахуй? Чего вы, блять, вообще не хилили, нахуй? Три раза, блять, сдох, нахуй. Первый раз. Мужики тут поеду, пронзаю. А, на него метка кинулась. Метку не прохилили, ладно, хуй с ним. Второй раз. Скорее всего, он в рейнже не был. 14 тысяч хп. Они даже далеко бегают. Мужики трупоеду. А, и второй раз на него метка кинулась. Слушайте, блядь. Надо кому-то дробя. Последний. Сука, на тебя три раза метка кинулась, что ли, блядь? Ебать ты победитель по жизни, нахуй, на хантену. Так, давайте по луту сразу. Ладно, не подам стартовую. Сколько там за босса? 150. Сейчас посмотрю, уже не помню. У этого суеты ДК танк слабый, да? Угу. Кинжал раньше. Ну, делать ставки на кинжал. Коммунальный. Звезды обмен потом. Трипл, я во втором рейде, блядь, в прошлый раз почти петлям намазал бацан. Так что это кисай, нахуй. С лагами попробую поиграть. Welcome. Я нажимаю каст, у меня просто руки горят, и каст моментально кастуется. Он типа, знаешь, как мгновенка. Это хороший грудак на этого, на духа представлю. Там он ноги по ДЦ на лансет отпускали. Скинем. Можно играть. Туда все критхаст? Да, начислят. Подождите, если я по замену. Нет, тут просто открытый ЕП аукцион. Типа я не заморачивался с лутмастерами и так далее. Неудобно мне с этой хуйней. Нагружает и так. Личными данными. Дерегел обмен. Да, я сперва. Боты хулипаловские. Тиран хулипал. У тебя есть. У меня тоже есть уже, блин. Катя какой-нибудь. Может, хулипала соберет. Нальше. Танкерский бот. Да. Да, именно. Вот у тебя ЕП заметки. Смотришь сколько. И кратная 10 ставка. После 550, после 1100. После 5к 500, после 10к 100.
Морфетка на мейн. Святая. Ладно, пускай он где-то одевается. Похуй с морфетками. Чё, блядь? Давай кому-нибудь. Говняный. Зуб. Дальше. Ноги танк. Хорошие, кстати. А на лоб можно? Если, ну, пишите просто оф, нахуй. Ну, 10 оф. Чтоб я понимал просто, что у вас успех вообще. Я на пульснике. Ну, давай, блин. Никому не нужны танковские, ну, на успех. За десятку. Шаман хочет танч. Он на эти, блядь, наручи забрал. Суетый обмен. Давай сделать ЧП. Вот типа. Никому не надо. Или не будет. Не, Кунта. В следующий раз выпадет. Ноги на тебя, Настя, кстати, упали. Судьи ставки по 10, я не могу понять. Ну, бойчик 10. А. Чего? Какие могут быть воротные? 3, 2, 1. Я что, блин? Сапоги кольчужные шаманы, надо кому-нибудь. Три, два, один, клясть обмен. Сейчас не надо кому-нибудь. Хуйня полная, конечно. Хоть бы дырка была, блядь. Три, два, один. Эйклаш обмен. Ноги. Это обмен посок. Блять, подождите вы с этими местами, пожалуйста, дайте мне утро изробить. Так, это хуйня никому не надо. Окей, Москва, обмен. Перчатки. Кто знает, мне кажется, на нем лучше. Чисто крипный он походу. Я подожду неделю еще и возьму 264-й лучше. А за Гоголин обмен. Топорик. За косарь. Косарь поставил. Так, все. Да и что, как в принципе, уже был прям расслабляющий, то есть у них нет никаких проблем прям. Да, он может быть неинтересно. А Ритрихи, блядь, такой нарастающий. Мать ли обмен, ребят? Не та, нахуй, мне с дыркой надо, забирай, блядь. Хуйня.
Да подождите, с ума, меня еще вы не разрулили, блядь. Мы сразу разрулились, блядь. Вот там битва. Я не буду почти прям как я. Блять, да подождите вы с этой заменой, блять, пожалуйста. Настя, набери, пожалуйста, замены, начисли мипы. Сейчас. Наручи. Нахуй пристав, заебись. Николай, подмин. Дробящие. На аэродроме заебись. Не ой, только нахуй. Там же ж этот. Там же ж агильная, ребят. Дробяшка. Агильная, ну-ка. Ну агильная, ловкость, ой, блядь, поста. Проебался. Сука. Волкомен. А ой, находник Шиманта. Нет, то есть СПДшный разрулил без сакета, который. А с сакетом есть же только с СПДшным? Нет, тут только без. Нет, сакета. Там только меч. Только меч на это. Вы, блядь, оба на трансфер ролите или что я не могу? Ой, блядь, ставки делать, я не могу понять. Окей, okay, welcome to me. Паладин же я чернокнижник. Бля, еще один варовский. Забирай. Вторую усыпишь или тоже будешь варить? Ага. Два, я понимаю. Ну давай вторую. Еще один воин ходник шума. Че, кидать мне? Ну давайте мин оба аборигены. Я вынести потом уже, ну, на магике уже остаются мы все. Блять. Все, ну, сейчас немножко поменяю стаб, потому что мы за хуй закроем, нужны танки еще. И давай, абориген. А, абориген, окей, там он все уже. Это у меня в КД Феникс, я его смог. Ну, я понял. Что? Я понял. Можешь ливать, и пошли уже там. Он дерьмичек. Там Хьюксер.